Дамы и господа, ladies and gentlemen, цирк Кобзов представляет легендарную команду The Girls Group, Колумбия! Через несколько секунд сюда, в этот огромный металлический шар под названием «Глоба», въедут все члены команды The Girls. Встречайте, представители легендарной The Girls Group. Жан-Поль. Самый скромный из всей мотобанды. Этот парень потомственный цирковой артист. В Венесуэле у него свой собственный цирк Шапито. Жан-Поль. Встречайте второго мотоциклиста The Girls. Джорди. Третий человек на мотоцикле. Первый по жизни. Предводитель мотобанды The Girls. Действующий чемпион Колумбии по мотокроссу. Хорхе Суарес. Сейчас парни покажут очень опасный трюк по шкале экстрима 10+. Пусть у них сегодня все получится. Даже когда нет шоу. Ежедневные кропотливые тренировки опасны для жизни. Встречайте, четвертый мотоциклист в Глобе. Ваши аплодисменты. Файбер! Пятого мотоциклиста. Мачо и сердцеед из Колумбии. Джеффри. Одесса, вы благодарная публика. Давайте поддержим ребят. Пристегните ремни!
друзья. Друзья, вы слышите эту музыку? Давайте поддержим ребят аплодисментами. Уважаемые зрители, прислушайтесь. Это любимая песня, ребят. Да. Вы слышите эту музыку? Она называется «Деспасито». Переводится с испанского «чуть помедленнее». Но это не про наших ребят. Шестой мотоциклист в глобе. Бесстрашный Карлос. Встречаем аплодисментами Карлос. И это еще не все. Встречайте седьмого в глобе. Эдвин. Несмотря на то, что экстрим и адреналин у них в крови, они сентиментальные, как дети. А вообще, колумбийцы – поющая нация. Они поют везде, даже в душе. Это их любимая песня. Друзья, 7 человек в глобе диаметром 4,5 метра. Это мега экстремально. Давайте поддержим ребят! Вашим аплодисментам!
невероятные, непревзойденные, потрясающие, легендарные The Hernandez Group! Fiber! Jeffrey! Карлос! Жан-Поль! Джорди! Эдвин! И... Хорхе!